Нефтяная платформа, как огромный завод, не останавливается ни на секунду, работает и днем, и ночью. Ведь только для того, чтобы запустить ее заново, требуется несколько десятков часов. А вот остановить можно за одну секунду с помощью вот этой кнопки аварийной остановки. Мне сказали на нее даже не дышать. Я потом уже не смогу просто сказать, у меня нечаянно. Эта остановка будет стоить компании несколько миллионов долларов. При нажатии на эту кнопку останавливаются все агрегаты, глушатся все скважины, отключаются генераторы, прекращается циркуляция газа и нефти. В общем, платформа полностью замирает и переходит в режим борьбы за живучесть. Это, кстати, единый для всех морских добывающих платформ протокол, и написан он был на основании прошлых аварий.